Мне очень понравилось это видео и снимать, и монтировать. Проголосуйте, если хотите продолжение. Юху! Всем привет и спасибо за ваши голоса. Сегодня воскресенье, и я чувствую, у нас будет классный денек. Ну что, погнали. Мамин завтрак. И побеждает клубника. Ура! Ну что, начистила клубнички. Как мои деточки заботятся о моей фигуре. Спасибо большое. Сейчас буду кушать. Мы спросили вас, пойти нам в молл или сидеть дома. Угадайте, что хочет Катя. Да, вы угадали. Она очень-очень просила пойти в молл. Мы спросили, какую футболочку Кате надеть, белую или розовую. И с совсем маленьким отрывом победила белая футболочка. I might link my ting from barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, no stalling. I might link my ting from barking. 7 a.m. in the... Мы встретили друзей, которые шли в кино, и спросили, отправить ли Катю туда. И вы проголосовали «да», Катя была рада. Куда нам с папой идти кушать, греческий или в мексиканский? Мы голодные. Хорошо, что вы проголосовали за мексиканский, потому что греческий закрылся. Ну, как вы заказывали мексиканский ресторан, ждем еду. Смотри, какую красоту тебе принесли. Вкусно? Сердечко, да? Вот эти рожицы, смотри, смотри. Вот мексиканский заказ. Горит огонь, значит, должно быть острое. Не очень острый. Мы спросили, покатать ли Крисика на качельках, потому что он тут был первый раз. И вы проголосовали, конечно же, да. Спасибо. Хочешь на лошадку? Нет? А тут на паровозике хочешь кататься? Через сетку орал. Давай, идем. Бросай в другую сторону. Бросай в другую сторону. Папа меня уговаривает вот пойти на эту штуку в виртуальную реальность, а я боюсь идти. Ну да, конечно же, я имею дело с бесстрашными детками, поэтому почти все проголосовали «да». Ну что? Нет, я не хочу на это смотреть, нет! Нет, сейчас. Я закрою глаза. Зая, ну тебе надо! Куда мы едем? Нет, все, я не смотрю. Страшно? Не знаю. Пока да.
впечатление. Я помню то, что когда мы были в Египте, перед нами было два скорпиона, а еще там был огроменный паук, и он вот так дрыгал лапками. Кись, не спи. Мы уже дома почти. Алло, не спать. Мы так устали, что пришли домой и вырубились на 2 часа. Я проснулась первая. К нам приходила в гости бабушка, и, конечно же, не с пустыми руками. Но сперва побеждала запеканка, потом счет сравнялся, поэтому мы поели запеканку. Тая, ты кушать выпрашиваешь? Просим у подписчиков, чем тебя покормить. Хочешь деликатесик, наверное, да? Короче, Тайке сегодня не повезло больше всех. Она очень любит курицу и не любит корм, а вы проголосовали за корм. Тая, тебе не повезло. Тебе придется кушать корм. Что об этом думаешь? Вы мне так... Тая смотрит на меня с нескрываемым презрением. Короче, у нас поменялась голосовалка. Теперь Кате придется отдуваться за всю семью и кушать курицу, потому что мы сперва поели запеканку. Вкусно? Да. Мяско обалденное. Тая тоже так думает. Но тебе, Тая, не повезло. Мы провели целый день в молле и не успели погулять на улице, поэтому спросили вас, выйти ли нам погулять, хотя уже было поздно. Вы проголосовали «да». Вы слышите лягушек? Боже, как они квакают! А я? Симфония прямо. Ну иди купайся с лягушками. Не, ну не сейчас, а летом. Сейчас уже лето почти. Ой, как тяжело. Ой, вот так. Я тут. Катиться мама. Хочешь? Давай папа поможет. Давай. Последние минутки прогулки во дворе. Сегодняшнего дня. Ты счастливый? Такая. Рожа счастливая. Понравилось? Ребята, спасибо вам большое. Это был такой чудесный день. Дети были счастливы. Нам тоже было очень весело. Спасибо за то, что вы голосовали очень активно и принимали участие в наших выходных. Всем пока!